и сегодня мы будем искать деревню. Для вас это пройдет как миг, а для нас целая вечность. Друзья, мы блуждали и нашли вот этот вот портал. Парик, не бери ничего! Так, парик, положи все на место. Я хочу посмотреть все как было. Вот. Стой, тогда лопата твоя. Так, ну тут кусочек железа. Слушай, а у тебя есть что-нибудь ненужное? Вот у меня булыжник. Ну, в принципе. Итак, сейчас мы продолжим свои поиски. Мы тут гуляли и нашли пустынный храм. Слушай, я съемщик, ты. Олег, тихо, я хочу посмотреть. Это, стой, тихо. Да не падайте туда. Я знаю, у тебя блоки есть. Будешь с нами, я посмотрю, я посмотрю, что в сундуках, хорошо? Сейчас, сначала я. Стой, смотри, только ничего не собирай. Не понял, ты что мне командуешь? Ты что меня толкнул? Я тебе не толкнул. Итак, золото в этом сундуке. В этом еще одна зачарованная книга на тягун. Ну, тут ничего интересного, а тут куча золота и золотое яблоко. О! Стой! Плиту! Сломай. Возродиться. Ну да, мне повезло с пустынным храмом. Стой! Не возражайся! Итак, придется нам заново все искать. Всем привет! Ну, в общем, мы нашли деревню. Как видите. Мы нашли деревню, наконец-то. Мы очень долго блуждали. Хлеб забери. Мы тут будем развиваться и находить... Ну, 3 алмаза у нас уже есть. Это и то хорошо. В смысле, чего хорошего? Нам надо миллиард. Зачем миллиард? Вон, я ребенка жителя нашел. Так, ну, в принципе, тут хорошо, и корм есть. Ты пока что огороды собирай. Так, ребята, в этой серии мы нашли деревню, наконец. И всем пока, всем до новых встреч, увидимся.